Ключ на старт и нет, не полетели. Красиво и респектабельно поехали. Большинство мотоциклистов не скрывают, между закрытием и открытием нового сезона живут лишь наполовину. Для меня это как наркотик. Болезнь, наверное. Я не знаю, как это объяснить, потому что я не представляю себя без мотоцикла. Андрей Воинов открывает свой мотосезон с 14 лет. Для него рев мотора сродни биению сердца. И каждый мотоциклист с нетерпением ожидает часа, когда они начинают биться в унисон. Уже завтра парковка торгового центра «Лента» превратится в шоу-площадку. Пора смахнуть пыль с бензобаков и показать, на что способны настоящие мотоциклы. Это инжекторный двигатель, соответственно, 900 кубов объем, мощность 86 лошадиных сил, разгон до сотни 3,5 секунды. Какое количество виртуозных водителей соберется на открытии мероприятия, точно не знают даже сами представители мотосообщества. В программе открытая тренировка по мото-джимхане, показательное выступление стантрайдеров, живая музыка и полевая кухня. Мы собираемся хорошим коллективом, мы отдыхаем, веселимся, у нас общие темы. А кто так говорит, что ребячество – это люди, которые, замкнуты в себе, которые живут только для себя и так далее. Мотоцикл Александра Пилипенко тоже способен прокатить на заднем колесе, но создан скорее для эффектного появления на публике, чего стоит один флаг конфедерации, символизирующий необычность и несогласие, в данном случае с бездумным вождением или лихачеством на дороге. Вот как я выбрал этот мотоцикл, я сел, да это мое, мне все удобно. Ноги стоят правильно, руки, вынос рук правильный, все как это. Он попросится, скажет, вот это мой, вот это мое. Я очень люблю вообще водить, управлять и мотоциклом, и автомобилем. Это просто моя страсть, и я готов это делать непрерывно, круглосуточно, 7 дней в неделю. Купить мотоцикл еще не значит стать достойным представителем мотосообщества. Мотоциклетный спорт опаснее парашютного. К полному баку должны прилагаться ответственность, трезвый ум и надежная экипировка. Я также и своей маме не мог объяснить. Единственное, что папа помог, что будет все в порядке. Уже завтра стройно ревущей компании они дружно официально вольются в ряды участников дорожного движения. О том, где, когда и во сколько состоится торжественное открытие мотосезона 2016, расскажем сегодня в программе «Подробности» сразу после выпуска новостей.